Федеральная программа «Доступная среда» с каждым годом расширяет свое действие. Финансовую поддержку оказывают и муниципалитеты. В столице Чувашии модернизируют музыкальные школы с учетом того, что в них будут учиться дети с особенностями здоровья. Танцы, вокал, игра на музыкальных инструментах. Каждый стремится к творчеству. И нет никакой разницы, обычный ты человек или с особенностями развития. И тех, и других рады видеть в школах дополнительного образования. В столице Чувашии таких работает 13. Мы даем как бы возможность как раз учреждениям быть открытыми для всех. И в этом году вот мы, например, адаптировали входную группу, санузлы в 5-й музыкальной школе. У нас сейчас есть возможность принимать особенных детей и в 4-й музыкальной, в 1-й музыкальной. Конечно, остается вопрос, да, по подъездных путей, подходных путей, но тем не менее мы стараемся эти все барьеры преодолеть. Ограниченные возможности здоровья – не повод отказываться от общения. Наравне со всеми Миша Гурбунов поет в хоре и играет на гармонии. Мне очень нравится играть на гармонии, потому что это здорово. Я дальше хочу продолжать заниматься и выступать на сцене. Жанна Аришева вот уже 5 лет занимается танцами. Несмотря на то, что не может самостоятельно ходить. Кстати, Жанна – активный участник как всероссийских, так и международных конкурсов. Мне очень нравится танцевать. Когда я выступаю, я чувствую доброту, радость зрителей. 4 готовых танца и 2 в разработке. У Жанны уже весьма внушительный репертуар. Своим примером мама с дочкой доказывают, нет ничего невозможного. Мы надеемся всегда, что благодаря нашему примеру мы ходим на все концерты. Куда нас только зовут и куда нас только берут. Мы идем с удовольствием, выступаем. Только для того, чтобы, быть может, своим примером кого-то подзарядить, и чтобы они не унывали. Жанна хочет этим заниматься, она хочет танцевать, у нее глаза горят. У нее не получается, а она все равно делает. Кстати, у Жанны есть цель – попасть на Big Love Show в столицу нашей страны. И к этой мечте она стремится. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.